Это мэрия Лиона. Мы идем к площади. У них есть центральная площадь, а это главная площадь. Так вот, тогда я сниму еще раз мэрию, потому что фасад, говорят, красивый. Мы вышли в Лионе на площадь Теро. Это самое сердце Лиона, и здесь вот ратуши. Вот, именно с балкона этого здания наш соотечественник Михаил Александрович Бакунин провозглашал в 1871 году начало мировой революции. Он как-то здесь учился, там, вот, по Европам ездил, и тут французская армия подсветилась, сокрушительное поражение Прусака под Седаном, император попал в плен, в Париж, он сказал, вот, говорит, так, сейчас я вам всем покажу, и вот он тут вот произносит. Значит, еще несколько вещей, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Технический момент, он имеет на уме магазин «Вот это магазин, в котором смотрят покупать вино. То есть он не один, это сеть, но вот из тех магазинов... Очень красивые лошади. Алкогольные напитки, типа там, все прочее, это «Фикалин». Затем это чувство монастыря Святого Петра расположился музей изящных искусств. Говорят, что того после мэрия. Музей изящных искусств. Давайте мне не только здесь фотографировать. За ним была маленькая мансарда. И в этой мансарде снимал квартиру Мишель де Нотр-Дам, известный как Нострадамус. Здесь жил Нострадамус. Вот в этой мансарде жил Нострадамус. А издатели ему говорили. Вы знаете, мы вот подождем, 2012 год далеко, мы посмотрим, как это продастся, а потом давайте дальше. А когда это продалось, у Нострадамуса уже там случились какие-то другие обстоятельства, и так до 2012 года и осталось. Ну и наконец, конечно, вас интересует, что вот это такое, что это за скульптура. Это скульптура. Эта скульптура большая, красивая, и не имеет она никакого, ни малейшего к Леону отношения. Почему-то. Дело в том, что в 19 веке, во второй половине 19 века во Франции был свой Зураб Церетели, которого звали Бартальди. Тот самый, который сделал статую свободы. Вот. И вот это у Бартальди поступил заказ. Заказ от мэрии города Бордо на изготовление скульптуры, изображающую реку Гарона с четырьмя притоками. Он это сделал, и когда он назвал цену, мэр Бордо воскликнул, что за эту цену я могу купить всю Гарону со всеми притоками, еще останется. Вот. А лионцы богатые сказали, а мы у себя поставим, будет красиво. Вот. И вот поставим. И красиво. Вот. И красиво. Да, на этой площади был казнен противник кардинала Ришелье. Вот. А сейчас я прошу. В Лионе есть французская академия бильярда. Очень красивое здание с мозаикой. И с какой-то надписью. Которые в Лионе что-нибудь сделали, единственное, почему-то здесь нет Рабле. А так все есть. Давайте познакомимся кое с кем, кто здесь изображен. Вот на самом верху вы увидите святой Ириней Лионский, беседует с мученицей Лонтиной. А дальше, я у них, расскажу, хозяйка салона Жюльет Рекамье и поэтесса времен Возрождения Луиза Лабе. А вот этот человек на Пушкина похожий, видите, с книгой. Это и правда Пушкин, только Пушкин электротехники. Перед вами Андре-Мари Ампер, изобретатель первооткрыватель силы ТОР. Вот. Рядом Лоран Мурге, изобретатель французского кукольного театра, со своим знаменитым гениолем, французским Петрушкой. Вот видели «Большая прогулка» фильм, да, там как раз вот был кукольник, там Луи де Фюнес все упрекал Бурвиля, что он там шашни с внучкой кукольника заводит. Вот, и вот Лоран Мурге, он был зубным врачом. Хирургом зубным был Лоран Мурге. А вы представляете, что такое зубная хирургия в 18 веке? Это инквизиция, пытка настоящая. И вот чтобы как-то скрасить участь своих пациентов, он изобрел вот такого вот, значит, гениола.
Дальше Сент-Экзюпери с маленьким принцем. Но Сент-Экзюпери в Лионе родился, но он здесь жил свои 6 лет. А потом уехал учиться в другой город, Вильфран. А вот на втором этаже, я уж по-французски говорю, расположены кто? Братья Люмьер. Вот братья Люмьер, они были не лионцы. Они жили в городе Безансон и там родились. Но приехали, и здесь у них была фабрика, дом. И первый, и второй, и третий, и так далее, фильмы они сделали в Лионе. Лион – родина кино, безоговорочно. И вы знаете, здесь проходит в октябре фестиваль Люмьер, где показывают такие, ну, ретроспекцию каких-нибудь фильмов, приглашают какого-нибудь актера, типа Клинта Иствуда, и вот он тут есть. Дальше вот этот вот мужичок, все, значит, русские туристы говорят, да это, наверное, Сталин. Нет, это не Сталин, это мэр, вот тот самый долгоиграющий мэр Эдуард Эрио. А рядом Тони Гарнье, архитектор, он принес ему свои проекты. И, между прочим, проекты неплохие. Стадион Жерлан, на котором играет Олимпик Лион. Пример. Обязательно нужно упомянуть вот этого человека перед вами, отец современной эндокринологии, знаменитый врач Клод Бернар. Клод Бернар. Вот. Ну и, наконец, вот кто хочет посмотреть поток императора Клавдия, путешественника Верацано или инженера Жаккара, то вот на той стене. А вот видите, бабушка с внуком или с внучкой в окошке, так это тоже трамплин. Наконец, вот вы знаете, на первом этаже расположились изображения тех лионцев, которые на момент создания фрески были живы. Это самоотверженный борец за права людей на жилье. Он этому посвятил всю жизнь. И именно благодаря ему любой француз, и не только француз, имеет право на отдельное жилье. И это соблюдается. Футболист Леблонг, наконец, живая легенда французской кухни. Наш Пополь, Поль Бокюз. Вот. Ему, сколько ему получается? 86 лет. Ходят слухи о том, что у него 4 жены сразу. Вот. А рядом со стаканчиком Божоле знаменитый автор детективов про Сан-Антонио Фредерик Дар. Вот примерно такая ситуация. Если хотите, можем вот так вот обойти. Это футболист. Потом пойдем дальше, чтобы посмотреть на... Это повар, который имеет 3 звезды Мишлен. Так что, если что, места есть. Помещаться можно, да? Это простая горожанка. Это мы подошли и смотрим с другой стороны. Тут тоже есть известные люди Лиона нарисованы. И даже император Клавдий наверху. Сейчас мы будем заходить на переходной мост, на мост над рекой Рона, который висячий и шатается. Вот. Вот. Вот в этом здании провел первую брачную дочь король Генрих IV. Он здесь провел первую брачную дочь, разумеется, с Марией Медичи. А почему так? Почему здесь? Почему в Лионе? А по той простой причине, что именно в Лионе, в Лионском кафедральном соборе, находится часовня Бурбонов родовая. А король Генрих IV, разумеется, был бурбон. Ну что же, пойдемте. Сейчас посмотрите. Это улица средневековая, улица Клопа. Музей. Сейчас зайдем вовнутрь, внутренний дворик, и посмотрим, что внутри. Мы прошли за угол в Лионе. Это дом банкира был. Вот мы только что смотрели фасад, а сейчас входим во внутренний дворик банкира города Лион. Средневековое, представляете? Наши банкиры так не живут. Все-таки. А может, и живут, смотря какие. Музей называется Гадань, 16 век, братья Гадань, банкиры здесь жили. Идем по старому Лиону, и вот эта улочка является улочкой отелей. И здесь очень дорогие отели. Снаружи этого не видно. И демонстрировать богатство здесь
не принято. Поэтому, может быть, глядя на эти здания, и не похоже, что это очень дорогие отели. Тем не менее, это так. Вот эти ресторанчики, кафе, называются бушон. А бушонами называли щетки, которыми чистили лошадей. Так, мы сейчас только что видели, как жили банкиры, а сейчас идем посмотреть, как жили купцы. И тоже будем заходить во дворик, если будет открыто, конечно. И вот он, этот дом, где жил купец. 16-17 век. И дворик называется «Дворик розовой башни». Люди, между прочим, все же живут, потому что вот сколько почтовых ящиков. Вот здесь жил купец, 16-17 век, дворик розовой башни. Сейчас я повернусь, за моей спиной будет розовая башня. И вот с этой розовой башней связана очень... действительно, и вот здесь вот есть легенда, розовая башня. Времени здесь жил купец. Получается, что франко-итальянского возрождения. Вот, значит, протодиакон, которого зовут... Французская православная церковь. Так? Не русская, а французская православная церковь. Протодиакон, которого вы будете смеяться, его зовут Герман Иванов 13. Да, но смеяться, оказывается, я тоже смеялся. Потом, когда ассоциация лионских юмористов. Вот, ассоциация лионских юмористов. Это ассоциация изучения гвоздя. В этом же дворе, где купец жил. Допустим, товарищество Барабан, это общество одуванчик. Барабан – это одуванчик на лионском языке. Он не поймет. Такие здания интересные, какая-то средневековая каменюка, и кругом бушоны леонские. Подходим ко дворцу юстиции. Да, и еще, вот это наша. Вот это наш бушон, где мы будем ужинать. Мы идем в Трабуль, но если по-французски сказать Трабуль, то французы не поймут, потому что в Лионе есть свое наречие. Вот написано «Ля Лон Трабуль». Мы заинтригованы, мы не знаем, что такое Трабуль. Но мы идем в Трабуль. Вот здесь почтовые ящики. Это крытые проходы между домами. Здесь есть мусор, балкончики. Но дальше темно. Мы выходим на улицу говядины. А перед этим были на улице... свинины. И между поварами, которые готовили только говядину в средневековье, и между поварами, которые готовили только свинину и говядину, все время шла вековая борьба. Проход между домами. А, вот этот проход между домами, по которому мы шли, называется Трабуль. А я шла по проходу, говорю, мы идем в Трабуль. А оказывается, мы идем по Трабулю. По Трабулю, конечно. То есть это между домами вот такие проходы, чтобы пройти с одной улицы на другую. А. И эти проходы, они есть очень длинные, там извилистые, и открытые только, там есть только старые лионцы такие, которые знают. Итак, дом адвоката. Вы знаете, французы говорят, если в деревне один адвокат, то он умрет с голоду.
Если в деревне два адвоката, с голоду умрет деревня. Вот. Дом адвокатов, а сейчас в этом доме находится музей миниатюр и кинематографических декораций. Вот, здесь есть такой великий мастер миниатюр, вы потом увидите, кто пойдет в ресторан, будете гулять. Дань уважения братьям Люмьер. Вот, между прочим, значит, здесь есть еще один дом, но мы уж туда во дворик не пойдем, но просто вот посмотрите, вот этот дом, он принадлежал такому чиновнику, который называется Камерарий. Это чиновник немецкий, ну не немецкий, Священной Римской империи, германской нации. Он был такой же француз, но только принадлежал, ну, поданный другого как бы государства, другого сеньора. Что это такое? Ну это человек, вот нечто среднее между налоговым инспектором, таможенником, пограничником и начальником службы безопасности. Вот, вот жил он в этом доме. Но я, вот это... дом периода расцвета, то есть это вот эпоха вот как раз вот этого шелкового оборота миллионного. А это чуть пораньше, и это очень видно. То есть это до. Какая-то статуя в Лионе перед собором Иоанна Крестителя. Достроен он так и нет, но это не его вина. А ближе его события в нем происходили. Начну с 1245 года. Здесь, об этом не рассказывают, кстати говоря, никакие гиды, но именно здесь русский князь Михаил Черниговский просил помощи у Запада от монголов. В помощи Михаилу Черниговскому в 1245 году было отказано, и он вынужден был вернуться на Русь и был казнен Батыем за подстрекательство вместе со своим боярином Федором, другом, и был причислен, вы знаете, к лику православных святых. Здесь, в 1279 году, безутешный сын отпевал Филипп III своего отца, умершего от чумы в крестовом походе, Людовика Святого. Он привез сюда его тело, забальзамированное в меду. Здесь получал кардинальскую шапку кардинал Ришелье. Здесь венчался Генрих IV с Марией Медичи. И, потому что родовая часовня Бурбонов. Наконец, здесь находятся самые старые из сохранившихся в мире часы. Самые старые в мире. Никто не знает, когда они были построены, но знают, что в 1383 году они уже ходили. И они были запрограммированы, чудо невиданное, до 2019 года. Представьте себе, что это же была геоцентрическая система мира. Коперника не было даже в проекте. Вот. И вот в 2019 году эти часы встанут. Вы увидите эти часы. Да, там сама коробка 17 века, но, тем не менее, это действительно подлинные совершенно часы. И в центральном офисе японской фирмы Тошиба стоит копия этих часов, как дань уважения, значит, европейскому механическому гению. Значит, немножечко о разрушителях. Потому что вы увидите, что собор, к сожалению, сильно пострадал. Значит, ну, революционеров мы уже затронули, трогать я их уже не буду, бог с ними. Вот, есть такой упомянутый мною товарищ Дезодре, барон, протестантский вождь. Вот эта улица носит название улица Бреши, Rue de la Brèche. Дело в том, что тут были стены. И вот, кстати, на этой границе она же тоже была, это была стена. И вот барон пришел в 1562 году со своими протестантами, здесь поставил на холме пушку, стену пробил и вошел. Про этого барона говорили, что он ходит по городам, по Лиону он ходил в ожерелье из отрезанных ушей монахов. Значит, к сожалению, не видно, но там все святые, головы у них нет. Так это он предложил каждому из своих вояк за голову святого увесистую бутыль божоле. А один хотел сбить, там вверху есть статуя Бога Отца. На самом верху, если отойти, вот видно. Значит, он хотел сбить голову со статуи Бога Отца. Полез, но сорвался. Это католики отмечают как то, что все-таки... Чудо. Чудо, да, Бог все-таки не допустил. Значит, это он, я уже говорил, что именно он осквернил могилы и выкинул Бонавентуру и Иринея Леонского.
И самое интересное, что когда, это был, видимо, очень талантливый полководец, знаете, когда, значит, в 1572 году ситуация повернулась с плюса на минус, значит, барон де Задре тоже повернулся с плюса на минус и начал с тем же рвением резать протестантов. И более того, он разбил весьма гениального полководца, последнего конетабля, альпийского лиса Лидигьера. Он уже был старый, Лидигьер был достаточно молодой, и когда он умер, барон де Задре, так его отказались хоронить и те, и другие. И могила его до сих пор неизвестна где. Ну вот если по этому региону походить, посмотреть, везде барон де Задре. Оп, уничтожено бароном де Задре. Уничтожено бароном де Задре. Страшный был человек. Активный. Да, такой, активный. Немцы. Немцы в войну. Злые немцы. Доброго немца вы видели. Это злые немцы. Пришли, и вот вы увидите, что часовня Бурбонов практически разорена полностью, там вообще ничего нет. Вы увидите, что на месте многих окон, витражей, такие вот как военные, как инсталляции, когда немцы отступали, взрывали через ровную сону мосты, и взрывной волной это все было снесено безвозвратно. Кстати говоря, когда Клаус Барбье запытал Жана Мулена, сопротивление продолжалось, и немцы голову сломали. Кто? Кто вождь? А вождем был настоятель этого церкви Сен-Мизье, то есть прилад возглавил. И вот здесь, кстати, резиденция кардинала Барбарена, лионского кардинала. Вот. Ну вот, собственно говоря, что касается витражей, которые сохранились и восстановлены, я прошу обратить ваше внимание вот на витраж, значит, западной стены. Это мне лично очень нравится, это витраж, посвященный Богоматери Виноградников, Нотр-Дам-де-Винь. Вот. Ну что же, пойдемте. Мы вошли в Лионе в собор Иоанна Крестителя. Здесь есть мозаика, которую сумели сохранить от фашистов. И остальное все новое. Вот часовня святого. В этой часовне стоят музыкальные инструменты. Витраж весь из виноградных гроздей. А, вот это осталось еще, было до войны, средневековые, потом сумели сохранить. Богоматерь Виноградников. Ну, кстати говоря, мозаика красивая, но алтарь сверхскромный. А в левом пределе этого собора вот стоят мои старинные часы. И даже в фирме, в японской фирме известной, стоит копия этих часов. Они запрограммированы до 2019 года. В 2019 году они остановятся. А фигурки, когда часы бьют, фигурки движутся, выходит ангел, несет благую весть Деве Марии. Здесь такие сценки. Маленькие, как видно, не, только часы. Нет, вот это не только стало. Ну-ка еще раз. Оно что-то не снимало. Давайте еще. Запись. Часы видно, да? Записи там была запись. Да, а что-то я. Как все-таки великолепно эта базилика смотрится. Так, вот мы пришли в Лионе на ужин. Посмотрим, что нам подадут. Вот в холодильничке в мини-баре что-то стоит, пенится в открытых бутылках. Вот нам принесли Ле Бурже вино 2009 года. Сейчас снимет. Теперь поверни мне ее, пожалуйста, этикетка. Значит, итак, наш ресторан называется «Маленький Ажора», а вот... Олей! Вот, собственно говоря, хозяин ресторана «Маленький Ажора» Жозеф.
Добрый аппетит! Спасибо! Божоле! Божоле! Я вам вижу, а сидёшь на конца. 2009 года. Божоле! В изысканной столице Лион нам подали вот такой салат. В Лионе следующее блюдо, которое нам подали, это лионские колбаски в вине боржуле. И здесь фасоль, еще какие-то салаты. Но самое главное блюдо вот это. В Лионе следующее блюдо, которое нам подали, это лионские колбаски в вине боржуле. И здесь фасоль, еще какие-то салаты. Но самое главное блюдо вот это.